Приветствую. Привет, друзья, подписчики. Индия, Гоа, Рамбой. Конец октября. Вчера ночью еще, этой ночью, вернее, сегодняшней, получается, дождик был. Такой средненький. Спать было приятно. А так потихоньку все-таки погода налаживается. Совсем тихо, как говорили. Доброе утро. Среда, 28-е сегодня. Давайте немножко пройдемся обратно по улочкам, закоулочкам. Утро сейчас 6. Не показывает, хотел точно сказать. Около 7 утра где-то так. Пасмурно. Солнца такого нету, немножко тучки. Такое. Без дождя, пасмурно. Еще видите, все закрыто, практически все не расчехляют. Отсюда, я так понимаю, живая музыка была.
меня на балкон долетает. Я этими не бродил улочками, ну, давайте попробуем. Здравствуй, собаки. И вся наша жизнь тоже панковский сон. Ну, видите, ребята, практически все закрыто, вот, не чихляют. Все еще закрыто этим брезентом. No!
тоже все зачехлено еще. Стоит зачехленное. Ну вот сегодня какое? 28-е, да? 28 октября. Утро.